Мама, папа, помогите мне! Нет, не в этот раз. Ты не очень хорошо старалась над своим табелем в этой последней четверти, поэтому нет. Ты плохо вела себя последним временем, тебе нужна помощь? Я хотела помощи с посудой прошлой ночью, справишься как-нибудь сама. Дорогая, ты принесла зефирки? Как любой нормальный родитель может случайно стоять и смотреть, как их ребенок горит до смерти? Даже если этот ребенок был упрямым или непослушным, существует ли отец или мать в здравом уме, которые хотя бы могут представить себе мысль о том, как их ребенок горит вечно? Конечно, нет. И все же большая часть христианского мира учит, что наш любящий отец на небесах собирается подвергнуть своих потерянных детей вечным пыткам, чтобы те горели вечно, долгими столетиями и без истребления. Все это за грехи одной короткой жизни. Не очень радостная мысль. И все же, у меня есть хорошие новости. Эта садистская картина ада – это не то, что на самом деле учит Библия. Писание говорит ясно, нечестивые будут наказаны и существует озеро Огненное, где они будут поглощены. Но, во-первых, Библия не учит, что кто-то горит в аду сейчас. Иисус говорил очень ясно, это на приконце мира нечестивые будут брошены в огненную печь. И снова Христос сказал, когда Он придет, тогда ад наградит всех тех в соответствии с Его или Ее делами. Во-вторых, Писание не учит, что нечестивые будут гореть там на протяжении всей вечности. Писание говорит нам, что нечестивые сгорят. Они будут поглощены, истреблены, они погибнут. Иисус говорит, что и душа, и тело разрушается в гиене огненной. И после суда уже не будет ни плача, ни вопля, ни болезни.